Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айга Эмили, и сегодня у нас, как вы уже поняли, мукбанг. Я заказала себе вкуснейшую пиццу, мне привезли, она прям горячая. Взяла себе супчик чечевичный, кусочек тортика, хотела сделать чаек, но утром встала, оказалось, что у нас нету газа. Сначала я подумала, что деньги закончились на газе. У нас какая система? Есть такая карточка, на нее ты загружаешь деньги и можешь потратить ровно столько, сколько купил. Я подумала, наверное, закончились денежки. Потом позвонила брату. Оказывается, у него тоже нету газа, это значит, какие-то работы проводятся. Возможно, что-то произошло. Без газа неудобно, конечно. У меня даже плитки нету. Некоторые писали в комментариях, что газ это опасно. Особенно на квартире, где не постоянно люди живут. Но я так не думаю. Если всего на свете бояться, то вообще жить не следует, как говорится. Вчера до 4 часов ночи я рисовала в скетчбуке. Получился рисунок, знаете, ну, такой странный. В этот раз я рисовала гуашью. Точнее, акриловыми красками. Их фишка заключается в том, что вы можете наслаивать, если что. Но я просто, знаете, как-то не приноровилась. Мне сложно ими рисовать, поэтому рисунок получился, ну, какой-то такой. Обязательно, когда выйдет видео, напишите свое мнение, как лучше рисовать фломастерами или рисовать красками. Как вам больше нравится? Потому что мне, например, мой рисунок совершенно не понравился. Но в комментариях все пишут, что вау, как классно. Но кому я не кидаю, все пишут, вау, как классно, супер получилось. Еще хотелось бы пояснить по поводу подарка для подписчицы. Некоторые начали писать, Айка, это нечестно. Почему нельзя отправить в Россию своим зрителям? Отправить можно. Я отправлю обязательно. Но, к сожалению, вот доставка, я узнавала, стоит 3000. До Москвы, например, 3000 стоит. 3000 рублей. Когда посылка небольшая, то есть ее суммарная стоимость 2000, как-то жалко отдавать 3000 на доставку. Это не какой-то giveaway, когда, например, все это оплачивают спонсоры. Я не заставляю вас никуда подписаться, ничего сделать. Это просто чисто от души, от сердца я кому-то дарю. Вот поэтому как-то обижаться на меня, мне кажется, неправильно, как минимум. Я могу это вообще не делать, но мне хочется. Мне бы, конечно, хотелось обрадовать всех вас, всем моим подписчикам что-то да подарить, хоть какую-то мелочь. Но, к сожалению, такой возможности у меня нету. Я просто знаю эту девочку, мою родственницу, которая с первых дней создания моего канала по сей день постоянно смотрит мои видео и про скетчбук, и про это, и про третье, десятое. Почему нет, если есть такая возможность?
Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. По возможности буду и в Россию отсылать посылки обязательно. Просто я иногда думаю, чем 3000 просто платить государству, или как правильно, почте. Лучше за эти 3000 осчастливить еще одного человека. У меня есть идея, когда я поеду в Саратов, обязательно собрать 2 посылочки для моих подписчиц в Саратове, выбрать девочек, которые из Саратова. Напишите в комментариях, кто из Саратова меня смотрит. И подарить, например, лично. Да, конечно, это не супер дорогие какие-то вещи. Но все равно, я думаю, это приятно. Хоть и мелочь. Мне часто пишут подписчицы, что Айка, мы тебя любим, давай мы тебе что-то подарим. Мне реально как-то даже неудобно, когда мне дарят. Мне кажется, я должна быть вам благодарна, что вы меня смотрите, а не вы мне. Должны быть благодарны мне. И вы знаете, я же не только блогер, но еще я и зритель. И иногда, когда я смотрю бывших участников Дома 2, например, я раньше была подписана на Милену. И там одна девочка, ей в прямом эфире, например, пишет, она очень грубо разговаривает вообще со своими подписчиками. Не понимаю, зачем с таким подходом вообще общаться со зрителями. Девушка, значит, пишет, ты сейчас там в Эстонии, давай с тобой увидимся. Только пример, да, не помню, какой именно город был, какая страна была. Я такая, и зачем мне это надо с тобой видеться, делать мне больше нечего с тобой видеться. То есть видно, что человек, ну как бы, агрессивно настроен к своей аудитории и просто смотрит на это чисто с точки зрения заработка. Поэтому я отписалась, мне неприятно. Заходит в прямой эфир, ни на один вопрос поставленный не отвечает. Любой вопрос. У нее спрашивают, например, какой цвет у тебя там, не знаю, оттенок теней покажи, не знаю, ногти покажи. А почему я должна? Неохота. Вот так. Я считаю, это в корне неправильно. Именно поэтому участники Дома 2 какое-то время после проекта их становится интересно смотреть, а потом смотришь на их страницу, все забивают. Девочка была на Доме 2. Как-то ее звали так интересно, Марина, и у нее был псевдоним Мексика, что ли. Я где-то полгода назад заходила, чисто случайно зашла на ее страницу, я обнаружила, что у нее 800 тысяч подписчиков и на каждой фотографии по 1000 лайков. То есть уже актива никакого. Просто цифра, которая стоит в шапке профиля, которая ничего не означает, по большому счету, да? Вообще раньше, когда я только начала свой канал, я в своем инстаграме, кто помнит те времена, отпишитесь. Я покупала косметику с сайта Revolution Beauty. И всю эту косметику разыгрывала среди подписчиков. И не нужно было ни на меня подписаться, никакие посты лайкнуть, ничего. Просто нужно было первым ответить на историю. Кто первый отвечает на историю, я, например, говорю. А первый, кто ответит на историю, получит эти подарки. И это было максимально честно. Я потом здесь ходила, отдавала эти посылки. Что-то отправляла, и вот когда я отправляла, это просто было как-то обидно. Вот я отправляю посылку, стоимость этой посылки, например, 1000 рублей, вот эта палетка стоит 1000 рублей, а за доставку я плачу 3000. Это прям капец как неприятно. Что-то я здесь в Баку отдавала, сама ходила, виделась.
И однажды была такая неприятная ситуация. Даже не однажды, несколько раз было неприятных ситуаций. Однажды я девочку ждала час. Она была с мамой, и они после школы. Вот. Они бы могли сказать, в этот раз не получается. Тем более я пришла сама к ее школе. А эта школа находилась вообще на другом конце города. Вообще, как-то, знаете, люди пофигистично относятся немножко. Я звонила. И она мне говорит, ну, через 5 минут я там буду, подожди, пожалуйста, не уходи, я сейчас иду 5 минут. Проходит 10-15, я опять звоню. Она говорит, все, я дохожу, подожди немножко. И вот так вот я ждала ее ровно час. И еще час я потратила на дорогу. Я почувствовала себя лохушкой, честно. Элементарно, когда с друзьями видишься, и то неприятно, когда на час опаздывают. А когда ты блогер, не знаю, ты думаешь, что кто-то ждет то, что ты даришь. Например, да, кто-то рад этому, ждет подарок этот. С одной девушкой вообще такая неприятная ситуация произошла. Она, получается, выиграла блеск для губ от MAC, выиграла палетку. Ну, в общем, несколько вещей выиграла, то есть не помню, что... В общем, я с ней связалась, говорю, вот, давай увидимся. И она говорит, хорошо, назначает мне время. То ли она не пришла несколько раз. Короче, она несколько раз переносила. И причем переносила тогда, когда я уже дошла до места. И потом в конце сказала, ой, ладно, говорит, Айка, мне уже неудобно опять тебе говорить, что давай увидимся там-то, там-то уже который раз. Я просто поняла, что людям оно не надо. Люди бы прибежали бы и забрали твой подарок, если бы это был бы последний какой-то iPhone. А твой подарок на 2000, на 1500 рублей, он как бы никому не интересен. Поэтому я как-то завязала с этим совсем. Про лимон забыла. Вот, и как-то это отбило у меня желание, наверное. Делать такие гивэвэи. Не то, что гивэвэи. Опять же говорю, гивэвэи — это когда спонсируются. На гивэвэях блогеры зарабатывают огромные суммы. То есть они покупают квартиры, машины, делая один гивэвэй. Это я покупаю за свои деньги и дарю. И это не ценится, хоть это мелочь какая-то. Но мне бы было приятно, если просто мне какую-то ручку подарили. Я не знаю, наверное, все люди разные, у всех ценности какие-то разные. Но, как я поняла, где-то половина людей, которые выигрывали что-то, они то откладывали это, то опаздывали. И потом слишком много людей узнают твой номер, потому что ты сама едешь, отдаешь, ты встречаешься с человеком, а чтобы встретиться в одном и том же месте, должна дать свой номер. Короче, вот так вот. Вкусный тортик. Я хотела сегодня сделать чай с тортиком. Я купила куриные сердечки, хотела пожарить. Утром встала, смотрю, газа нету. Поэтому не обижайтесь, я дарю этот подарок тому человеку, который точно это оценит. Я просто передам через нашу родственницу, я ее не буду снимать, что типа вот ее реакция, как она распаковывает и так далее. Просто вам покажу то, что я собрала для нее, как я хожу в магазин, как я все это выбираю, да и все, собственно говоря. На этом все, я очень надеюсь на ваше понимание. Если вам не сложно, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Для вас это мелочь, для меня безумно приятно, всех люблю.